Гейба, злословие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил о ней своим сподвижникам, спросив: «А вы знаете, что такое гейба?» Они сказали: «Аллах, его посланник, знает лучше». Гейба — это упоминание о твоем брате в его отсутствии того, что ему не понравилось бы. Его спросили: «О посланник Аллаха, а если я вижу, что в нем есть, и это говорю об этом?» Если ты говоришь о нем, даже если это есть в нем, то ты попал в гейбу. А если ты сказал о нем то, что в нем нет, то ты оклеветал его, попав в бухтан. Злословие из больших грехов, который не стирается молитвой, милостыней, закятом или какими-либо другими праведными делами. Однако он остается на весах. Сказал один из салифов, Абдул-Кауи, и сказано, что малая гейба и малый бухтан, они оба из больших грехов. Это приведено в текстах имама Ахмада. То есть он поставил в текстах, что злословие, клевета из больших грехов. И слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в ее определении, а это упоминание о твоем брате в его отсутствии того, что ему не нравится. Сюда относится какой-то его внешний недостаток, недостаток в нравах, недостаток в религии. Все, что ему может не понравиться из этого, и ты упомянул об этом в его отсутствии, это и есть гейба, злословие. Как если ты о нем скажешь, что за его спиной, что у него один глаз, или что он хромой, или что он высокий, или он низкий, и тому подобное. Это все гейба. Или, например, за его спиной говоришь, что он не скромный. Имеется в виду, что он наблюдает за женщинами, что он смотрит на женщин и тому подобное. Или, например, какой-то недостаток в религии, как если говорить за их спиной, что он нововведенец, нечестивец, что он не молится вместе с джаматом или не выполняет то-то и то-то. Он говорит о его недостатках, о его отсутствии. Поэтому это названо гейба, злословием в его отсутствии. А если злословить прямо ему в лицо, то это называется оскорблением, надругательством и не называется гейбой. И слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если в нем это есть, то ты совершил злословие гейба, а если в нем этого нет, то ты совершил клевету бухтан. То есть оклеветал его, злословие на него. То есть тут понятно, что происходят две вещи. Когда ты клевещешь, делаешь бухтан, в это же и входит злословие гейба.